заехать как-то посмотреть, интересно, как это все сделано. Нахожусь на аукционе в Далласе. Такая не для города, да? Топишь в самый конец. Что-то нет. Забираю такой Mercedes 2015 года, S-класс, идет в Филадельфию с Далласа. Перевозка $500 за такую тачку. Как бы и смешно, и не очень, смотря с какой стороны. Вот бизнес, у них парковки для траков нет, поэтому приходится парковаться на соседней улице. Можно было бы встать вот на вот это вот сервис дорога, но очень много машин, поэтому перед этим я забирал, вон наверху стоит Range Rover Defender. Я останавливался на такой дороге, потому что не было никаких рядом других. Я не любитель Мерседесов. Какой-то он все-таки все равно тугой. Но салон. Салон у них обалденный. Сзади места вообще нет. Но это машина для холостяка. Вот, будем ее грузить. Я не знаю, как в Европе, вот, переключение скоростей здесь. Короче, будем ставить. Поставил ее пока так. Буду забирать другие машины, уже посмотрим, может быть, я переставлю по-другому немного. Такой вот Defender 20-го года, я даже не знаю, в чем по цене. Потом узнаю, точно скажу. Вот все, теперь крепить и ехать дальше. Вольво симпатичные стали делать, как снаружи, так и внутри. Разница в месте и в сиденьях.
Понятно, это седан, Mercedes-купе, но... S-класс, конечно, был бы в седане очень уютный и крутой. Вот следующая остановка, приехал за Мерседесом. Вот такой вот салон. Пока жду. Есть на что посмотреть. Блин, огромный. Больше 2 метра высота. Раритет какой-то Ford 931 года Ford Hucksters. Не продается. Этот тоже не продается. Dodge. Еще один Mercedes S550 17 года. Ну, салоны обалденные у них. С местом также. Я в Мэриленде приехал отдавать Volvo. Сегодня они закрыты, поэтому придется до завтра ждать. Вот, а вот вам Defender, который я вам хотел показать. Первый раз такой перевожу. 20-го года. 10 тысяч миль пробег. Ну, сзади нормально, места хватает. Так он выглядит спереди. Водителя и пассажира. Но эти машины, насколько я знаю, считаются такие для сафари. Блин, он, наверное, сотку стоит. Что у нас здесь? USB. Ничего больше интересного нет. Подлокотник. Два подстаканника. Регулировка управления. Багажник маленький. Ничего интересного нет. Вот ручки. Что-то как-то беспонтово все сделано, нет? Какие-то заклепки должны быть. Не знаю, для такой машины всяк. Сиденья заляпаны уже.
такое вот резина, пластмасса для зарядки телефон, беспроводной такой вот ящик, везде, короче, зарядки. Бардачок. Ничего такого интересного особо. Range Rover намного интересней. Вот, я его решил перегрузить, завтра буду отдавать. Volvo уже выгрузил, отдам. А это идет в Филадельфию. Чтоб там на дороге не мучиться, не переставлять, я заранее переставлю. Отдам эту, и следующий через остановку будет Mercedes.